Привет всем! Сегодня будет очень интересное видео. Я расскажу, почему не все люди добиваются успеха. Почему все не могут быть богатыми? Почему волшебная палочка не работает? Сейчас в наше время очень много книг о деньгах. Очень много стопроцентных стратегий. И все они работают. Работают, но не для всех. Они работают только для 10%. Я очень часто слышу подобное в комментариях, мол, народ, не ведитесь, это все развод. Если бы у него была 100% стратегия, стал бы он этой стратегией с вами делиться. Поверьте, все не могут быть богатыми, да. Эти люди правы, все не могут быть богатыми. Если все люди разбогатеют, кому тогда работать? Но такого никогда не случится. Всегда 10% разбогатеет, 90% нет. И сейчас я вам расскажу почему. Итак, давайте возьмем какой-то курс, какую-то книгу. Вот. Какой-то курс, какая-то книга, которая работает на 100%. Какая-то стратегия, которая работает на 100%. И давайте сейчас представим, что эта книга. Вот, эта книга Наполеона Хилла «Думай и богатей». Вы прочли эту книгу, и вы станете богатым. Я вам даю 100% гарантию, что эта книга поможет вам добиться успеха. Потому что я это попробовал на себе. Это и есть волшебная палочка. Эта книга перевернула мое сознание. Я взял из этой книги все, применил у себя и добился успеха. Это все работает. Я вам серьезно говорю, это все работает. Теперь давайте представим, что эту книгу прочли 100 человек. 100 человек, возьмем это 100%. И теперь берем первую часть людей, 50%. Что скажут эти люди? Ой, ну это какой-то бред, это все сказки. Ну разве может это работать? Вы же взрослые люди, ну как в такую чушь можно верить? Этот автор хотел на этой книге заработать денег. И вот подобную херню они будут нести. И да, они будут правы. Я всегда говорю, что эти люди будут правы на 100%. Эта книга для них не сработает. Они даже не захотели, например, ее прочесть до конца. Они даже не захотели вникнуть. Людям дали волшебную палочку, они этой волшебной палочкой не захотели пользоваться. Все, этих людей уже у нас нет. Все, отпадают эти люди. Эти люди уже не станут богатыми. Теперь переходим к другой части. Возьмем 40%. Эти люди прочли книгу и начинают пользоваться. И говорят, да, прикольно, я буду этим пользоваться, но это почему-то не работает. Я еще прочту книги о деньгах, да, они читают. Я прочел уже 10 книг, но это что-то не работает. Почему это не работает? Блин, это оказывается не так просто. Это нужно учиться, это нужно развиваться, это нужно это все делать. Блин, ну я не знаю, добьюсь ли я результата, я уже этим занимаюсь год, но это не работает. Год? Этим нужно заниматься 2, 3, 5 лет, пока это не сработает. Нужно идти до конца. Что делает эта часть людей? Эти люди сдаются. Они посмотрели, что ничего не произошло, они поделали определенные действия, это все, конечно же, круто, но нужно возвращаться к реальной жизни, это все полная ерунда. Нет, мы этим пользоваться не будем. Все, эти люди тоже отпадают. Теперь, чем отличаются эти люди от этих людей? Вот эти вот люди, 40%, они хотя бы попробовали, они начали работать, но они потом начали понимать, что это все очень сложно, что на это нужно время, что нужно идти до конца, что не нужно сдаваться. Ой, это не для них. Есть другие для них приоритеты, нужно же как-то деньги зарабатывать, это все сказки, это все полная ерунда. Я попробовал, но это все, конечно, круто, я пошел на работу. Все, вот что сказали эти люди. Эти люди вообще не пробовали. Вот. Таких у нас 90%. Они посмотрели видео, они прошли какой-то курс и сказали, да, это все классно, но нужно возвращаться к реальной жизни. Вот и все. И теперь переходим к другой части, к последним людям, к нашей десяточке. Вот эти 10%. Они из этой книги возьмут все. Они выжмут ее на максимум. Они пойдут до конца и добьются успеха и разбогатеют. Почему? У этих людей есть страсть, у этих людей есть огонь, у них есть готовность жить по-другому. Они уже не хотят жить прошлой жизнью, они понимают, что если они вернутся к прошлой жизни, там ничего хорошего их не ждет. Все, они кардинально хотят изменить свою судьбу, им наплевать абсолютно на все, они готовы не есть, не спать, они к этому готовы, они знают, что так будет. Они знают, что ничего не произойдет за месяц, за год. Может быть, на это нужно потратить 3 года.
Они готовы там не спать ночами, они готовы, как я, блин, ночевать на вокзале. Они к этому готовы, эти 10%. У этих людей есть внутри огонь. У этих людей есть сильное желание разбогатеть. Они хотят добиться успеха и точка. Эти люди знают, что над ними будут смеяться, что их будут не понимать. Но они к этому готовы. Они хотят изменить свою жизнь. Им похрен на чужое мнение, как это было со мной. Я знал, на что я иду. Я знал, что будет тяжело, что нужно будет работать над собой. Я знал, что ничего не происходит за один день. Что если я выбрал этот путь к успеху, я пойду до конца. И никогда не отступлю, и никогда не сдамся. И только тогда я изменю свою жизнь. Вот эти 10%. Вот чем они отличаются от большинства. Именно об этих людях, об этой десятке, об огненной готовности я выпущу еще отдельное видео. Я об этом буду рассказывать на своем семинаре, потому что это именно то, без чего нельзя добиться успеха. Вы на 100% должны быть готовы, вы на 100% должны в это поверить. Вы на 100% обязаны пойти до конца, и тогда вас ждет успех. И что в итоге получается? Богатые богатеют, бедные беднеют. У нас есть 90%, которые так и продолжают всех винить, говорят, что ну этим людям просто повезло, вот этой вот десятке. А эти люди продолжают богатеть. И у этих людей $900 миллиардов, а у этих людей 100 миллиардов долларов. Вот так устроен мир. Такое соотношение было и будет на протяжении, блин, всех веков. Вот эти вот 10% будут владеть капиталом вот этих вот людей. Так что все в ваших руках. Запомните, нету ничего невозможного. Чтобы, блин, разбогатеть, чтобы добиться успеха, вам нужно быть безумцем. Вы просто должны страстно этого хотеть. И делать, никогда не сдаваться. Как делал это я. Я себе тогда еще сказал, блин, я буду идти до конца. Я буду идти до конца, что бы ни случилось. Потому что я знаю, какая жизнь меня ждет, если я сдамся. Запомните, я это миллион раз уже повторял и продолжаю повторять. Что если вы не сдадитесь, вы никогда не проиграете. Это же так просто и так элементарно. Если вы будете всегда бороться, всегда идти к своей цели. Никогда не отступать. Идти. Вы же никогда не проиграете. Никогда. Если вы только вот опустите руки, вот только тогда вы проиграли. А смысл проигрывать? Смысл оставаться на том месте, откуда я пришел? Смысл, потому что я знаю, что меня ждет. Я знаю, что меня ждет обычная работа, что меня ждет работа на дядю, маленькая зарплата, пенсия, поездка один раз в году на море. Все, жизнь по шаблону. Я не хочу так жить. Я страстно не хотел так жить. Меня никто не понимал. Со мной были не согласны мои родители, но я сказал, я так жить не буду. И все. Так что волшебная палочка сейчас есть везде. Мой канал - это волшебная палочка. Возьмите его и просто скопируйте. Возьмите вот мою жизнь и просто делайте так же, как и я. Все. Все, вы просто смотрите на людей, которые добились успеха. Я читаю книги миллионеров, миллиардеров и тоже добиваюсь успеха. Я просто перенимаю весь их опыт. Вы смотрите на меня, я смотрю на них. И все, и мы растем все вместе. Опять же, я вам повторю, что если вы хотите стать миллионером, учитесь у миллионеров. Читайте книги миллионеров. Если вы хотите стать миллиардером, учитесь у миллиардеров. Если вы хотите стать официантом, учитесь у официанта, все же так просто. Но никогда не слушайте официанта, который говорит, что невозможно стать миллионером. Как он может знать? Он же не миллионер. Чтобы стать миллионером, послушайте, блин, миллионера. Все так просто, оказывается, да? Так что волшебные палочки есть везде. Если у вас есть огонь, если у вас есть та страсть, если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, берете эту волшебную палочку, вот маркер, это волшебная палочка, и колдуете себе успех. Все. И еще раз запомните, только вы решаете, кем вам быть. Ваша судьба только в ваших руках. Все в этом мире зависит от вас. И вам решать, быть здесь или здесь. Вот и все. Так что на этом я с вами буду прощаться. Огромное спасибо всем за просмотр, за поддержку. Обязательно подпишитесь на канал, обязательно поставьте этому видео лайк и запомните, вы все сможете. Всем пока!